Рад видеть вас на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре электроплитка RES Elitec PE1092R. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Плитка RES Elitec PE1092R – профессиональное оборудование, предназначенное для качественной и быстрой резки различной плитки, в том числе плитки из керамогранита. Отлично справляется с большим объемом работ, режет плиты из гранита, бетона, мрамора, керамогранита. Большой стальной стол имеет резиновое покрытие, которое предотвращает скольжение плитки во время реза. Специальные упоры со шкалой позволяют точно установить ширину и угол реза. Удобная рукоять перемещения пильного узла имеет рельефный наконечник для комфортного захвата. Благодаря складным ножкам возможна настольная или напольная установка. Ролики, установленные на ножках, облегчают передвижение станка. В конструкции плиткореза предусмотрен поддон для воды. Влажный рез с принудительной подачей воды к месту реза способствует эффективному охлаждению и предохраняет от образования пыли. В комплекте, кроме самого плиткореза, вы получите комплект для сборки стола с колесами, дополнительный столик, упор, два ключа, диск, крепеж и документацию, упаковка картон. Надежный плиткорез с увеличенной длиной реза для пиления всех видов керамической и искусственной плитки. Модель оснащена однофазным мотором, что существенно расширяет сферу применения станка. Диск диаметром 200 мм и шириной 2,4 мм осуществляет распил заготовки на глубину до 36 мм под углом 90 градусов. Подвижная головка диска способствует большей безопасности и удобству в работе, так как отсутствует необходимость протягивать плитку через диск. Профессиональная конструкция подшипникового узла гарантирует плавное передвижение каретки и высокую точность реза. Плиткорез широко используется ремонтными и строительными бригадами при проведении реставрационных и других работ. Также станок подходит для бытового использования. Преимущества: настольная и напольная установка, безопасность работы благодаря встроенному УЗО, защита кабелей водоподводящей трубки гибким кабель-каналом, мобильность благодаря складным ножкам, транспортировочные колеса, высокая производительность благодаря активной системе охлаждения алмазного диска при помощи встроенного насоса, ограничитель длины реза в заданных пределах, высокоточное направляющее на подшипниках качения, наклон направляющий на угол до 45 градусов с быстрой фиксацией, устройство защитного отключения. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Вес немалый. Не очень удобно сливается вода. Слегка провисает при резе под 45 градусов. Нет упоров, чтобы зафиксировать плитку. Рабочее поле не горизонтально. Но есть и позитивные отзывы. Удобно сделаны колеса для транспортировки. Рез по прямой хороший. Недорогой. Сколов почти нет. Прорезиненное покрытие стола. Дополнительная боковина для плитки широкого формата. По шине ход без люфтов. Возможно, вы станете владельцем этой модели плиткореза. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!